И снова здравствуйте, вы на канале Час Ремонта. Сегодня у нас на обзоре электролобзик Metabo Step 70 Quick. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, также не забудьте подписаться на уведомления, будет много интересного. Актуальные цены на эту модель вы найдете в ссылках в описании к данному обзору. А теперь начнем. Metabo Step 70 Quick – продвинутый аппарат как для домашнего, так и для профессионального использования. Лобзик позволяет производить работу с разными типами материалов. Электрический лобзик имеет систему быстрозажимного крепления пилки, с помощью которой упрощается смена оснащения. Установлена прочная стальная штампованная подошва, угол наклона которой можно изменять. Лобзик обладает великолепной сопротивляемостью перегрузкам благодаря вентиляционным отверстиям для наиболее нагреваемых частей. Прозрачный защитный кожух пильного полотна защищает оператора. Для управления лобзиком используется скобовидная обрезиненная рукоятка. К агрегату можно подключать пылесос для своевременной уборки пыли и стружки. Это поможет сэкономить время на очистке помещения после завершения работы. Для подключения инструмента к сети используется 2- и 4-метровый шнур. Угольные щетки автоматически отключатся при износе, что продлевает срок эксплуатации двигателя. Модель поставляется в двух комплектациях. В обоих случаях, кроме самого электролобзика, вы получите защитное стекло, патрубок отсасывания опилок, защитную пластину, шестигранный ключ и документацию. Упаковка в комплектации 601-040-1000 картон, в комплектации 601-040-500 пластиковый кейс. Электрический лобзик приводится в действие 570-ваттным электродвигателем. В инструменте предусмотрена предварительная установка маятникового хода 4 ступени. Маятниковый ход способствует повышению производительности инструмента. Лобзик легко справляется с заготовками из дерева толщиной до 70 мм и цветных металлов толщиной до 20 мм. Также предусмотрена резка под углом от 0 до 45 градусов. Скорость движения регулируется в пределах от 900 до 3300 ходов в минуту при помощи удобного переключателя. Длина хода равна 22 мм. Преимущество – надежная и долговечная конструкция, четырехступенчатый маятниковый ход, быстрая замена пильного полотна, система Metabo Quick, наклонный распил под углом от 0 до 45 градусов, D-образная рукоятка, электронная регулировка и поддержание заданной частоты, система Vario Constomatic, автоматически отключаемые угольные щетки, защита от сколов. Давайте посмотрим отзывы реальных пользователей этой модели, которые я нашел в интернете. Сначала негатив. Довольно короткий шнур. Нет подсветки рабочей зоны. При смене пилки бывает подклинивает зажимной механизм. Пилка выпадает с завидным постоянством. Не очень удобно снимать щиток. Штампованная плита не закрыта пластиком. Сломался флажок быстрозажимного патрона. Толстые пилки не входят. Скудная комплектация. Но есть и позитивные отзывы. Качественно собран из хорошего пластика. Мощность и производительность. Надежность. Маятниковый ход. Система пылеотвода. Точный рез. Довольно тихий. Не люфтит шток. Хорошая скорость. Возможно, вы станете владельцем этой модели электролобзика. В комментариях под видео можете поделиться своим отзывом. Напоминаю, что подборку лучших цен на данную модель вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и подписку. Всем пока!